И следующий доклад у нас Марина Лоренц. Генетическая классификация диалектов группы Минь по данным лексикостатистики. Марина, да, пожалуйста. Да, моя тема называется «Генетическая классификация диалектов группы Минь синтетической семьи». Давайте для начала поговорим о том, где распространены данные диалекты. Распространены данные диалекты на юго-востоке Китая, а именно провинция Фуцзян, частично Джэцзян, частично Гуандун, острова Хайнань и Тайвань, и далеко за пределами китайского региона, а именно Сингапур, Малайзия, Филиппины и так далее. Мое исследование происходило на основе сословных списков Сводыша. Я собрала 32 диалекта всех возможных, всех выделяемых ветвей, но два диалекта были составлены не мной, были составлены Еленой Кузьминой, это Дзян Оу и Вэн Чан, они на слайде покрашены красным цветом, однако они прошли некоторую редакторскую работу лично мной. Существует огромное количество разнообразных классификаций диалектов группы Минь, и я хотела представить три из них наиболее популярных. Первая классификация — это по лингвистическому атласу Китая 1987 года. Обычно делят на северную группу, центральную, восточную, южную, хусяньскую, шаодзянскую, хайнаньскую и чжоускую. Она является общепринятой. Есть также классификация Джерри Нормана 1991 года. Он делит все диалекты на континентальные и побережные. Континентальные диалекты делятся на северо-западную группу, дальневосточную, группу Юн-Ань или центральную, а побережные делятся на северо-восточную группу, группу Синьхуа и южную группу. И третья классификация 2002 года Хоу-Дзин-И. Он делит на южный Минь, при этом разделяет их на три субгруппы – тюаньчжанскую, датхенскую и чхаошаньскую. Дальше – восточный Минь, центральный Минь, северный Минь, худхяньский Минь и шестая группа – тюньвэньская или тюньлэйская группа, в которую входят языки острова Хайнань и полуострова Лэйчжоу. И вот на основании всех 32 диалектов у меня получилось следующее дерево, которое неким образом несколько отличается от общепринятой классификации. И об этом, собственно, я сегодня хотела поговорить. Если представить дерево в более упрощенной форме, то оно выглядит именно так. Первым отделяется или кластеризуется шаодзянская ветвь, даже отдельно от всей миньской группы в целом. Потом идет северная ветвь и центральная ветвь. Дальше идет восточная ветвь, в которую вклинились худхяньский диалект, датхень и йоуси. Хотя датхень и йоуси должны были уйти в южную ветвь. Дальше у нас кластеризуется отдельно южная ветвь вместе с тюньвэньской подветвью и лэйчжоуским диалектом. Собственно, на общем дереве проблемные узлы выглядят следующим образом. Я их выделила разными цветами. И давайте мы начнем с шаодзянской группы, которая выделена синим цветом. Если говорить про соотношение процентное между диалектами на севере Фуцзяня, именно Шау, Шуньчхан, которые относятся к шаодзянской ветви, Сунси, Дзяньян, Дзяньоу, которые относятся только к северной ветви, то получается так, что наиболее высокий процент между шаодзянскими диалектами и одним из северных диалектов получается это с диалектом Сунси. У Шау Сунси получается 87,9%, у Шуньчхан Сунси 89%. И самый низкий процент с Дзян Оу 76,5%, и у Шуньчхан с Дзян Оу 81,1%. Для диалектов шаодзянской ветви эксклюзивной инновацией является только лексема «много», это «уай» или «уа». А лексической инновацией конкретно для шау стало слово «кхэн» – «кусать». Интересно было отметить, что в шау нашлись некоторые слова, происхождение которых неизвестно. Это слова «все» – «кха» и «я» – «хан». Обобщая все вышесказанное, можно сделать предположение о том, что шау по своей основе все-таки является не минским диалектом, но из-за своего географического расположения он попал под сильное влияние минских диалектов.
Относится ли этот диалект, скажем, к группе Хака или группе Гань, с которыми соседствует этот диалект? Пока без дополнительных данных и дополнительного изучения сказать очень сложно. Что касается шуньханского диалекта, то у нас нет никаких данных для того, чтобы относить его к какой-либо другой группе. Он вполне себе по этим данным является минским диалектом и имеет довольно сильную связь с северными диалектами. Следующий проблемный кластер – это хутхенский диалект. На самом деле с ним долгое время было очень много проблем, его принято выделять в отдельную ветвь из-за того, что он, в принципе, имеет такое интересное положение, находится между южными и восточными диалектами в целом и соединяет в себе, соответственно, и лексические, и фонетические особенности как южной ветви, так и восточной ветви. На нашем дереве получилось так, что он вошел в восточную ветвь. И было это принято решение о том, чтобы посмотреть общие лексические маркеры, сравнить общие лексические маркеры для восточной ветви с хутхенскими диалектами. И так получилось, как вы видите из данной таблички, что пересечений никаких нет. Если говорить про пересечение лексических маркеров хутхянь с общими минаньскими, то мы видим одно пересечение, это слово «знать» – «сай». Интересно также то, что в данном диалекте были найдены уникальные лексемы, так «то» и «червяк», и в других диалектах такие слова найдены не были. Исходя из этого, мы можем сделать предположение, что, несмотря на то, что хутхенский диалект все-таки тяготеет, наверное, больше к южной ветви, но все-таки из-за того, что есть определенное количество инноваций, его необходимо выделить в отдельную ветвь. Собственно, вот на карте, если вы обратите внимание, то он выделен синим цветом, и он действительно располагается как между восточной ветвью и между южной ветвью. Дальше, проблемные диалекты Датхень и Юси. Принято обычно их выделять в южную ветвь, но стоит сразу оговориться, что существует огромное количество дискуссий о том, действительно ли их стоит относить к южной группе диалектов. Проблема эта заключается именно в том, что они расположены на пограничной зоне, там, где пересекаются центральная ветвь, южная и восточная. И многие считают, для того, чтобы конкретнее определить, к какой же, собственно, ветви отнести эти два диалекта, нужно изучать их не на уровне уезда, а уже на уровне отдельных городов. И тогда будут конкретные полноценные данные для того, чтобы решить эту проблему. К сожалению, мне не удалось достать достаточно хорошие словари и словники, и поэтому в моих стословых списках есть определенные лакуны, как уже видно по данной таблице. Поэтому, когда я сопоставляла минаньские лексические маркеры с лексикой диалектов Датхень и Юси, есть определенное количество лакун. Но, тем не менее, уже по этой табличке можно понять, что пересечений явных нет. Конечно, если у меня будут полные списки, если я смогу поговорить с информантами, может быть, ситуация нескольким образом изменится, и что-то сдвинется в ту или иную сторону. Но если говорить в целом, то у нас никаких пока данных решительно нет. А если сопоставлять эти же диалекты, скажем, вернее, лексические маркеры минских или восточно-минских диалектов с лексикой датхань-юси, то тоже никаких пересечений нет. И таким образом все-таки стоит нам сделать следующий вывод, что у нас никаких явных маркеров для того, чтобы относить датхень и юси к южной ветви или к восточной у нас нет. И также у нас, в принципе, нет никаких данных для того, чтобы их выделить в отдельную ветку. Данную проблему можно решить только следующим образом. Это найти информантов, собрать более качественные и надежные данные, а еще лучше расширить списки. И я считаю, что действительно их стоит в целом разбирать не на уровне уезда, а уже на уровне отдельных городов. И тогда ситуация станет более прозрачной.
По ситуации, которая описана на данный момент на основе 110 словных списков, я могу лишь согласиться с мнением Холдин И, который предлагает выделять эти два диалекта в вообще отдельную ветку пограничных диалектов, и все. Больше я, к сожалению, ничего не могу в данном случае пока что сделать. Но надеюсь, что ситуация в ближайшем времени изменится в лучшую сторону. И последний проблемный узел – это связь между диалектами тюньвэньскими или, иначе говоря, хайнаньскими диалектами, то есть острова Хайнань. Лексические инновации для тюньвэньской ветви, наверное, только одна – это спать. Спать и этот, хой и айхой, и этот это мой или цомо. А общая инновация для хайнань, так и русской ветви, это маленький. Других общих инноваций найдено не было. И хотелось бы отметить также общий компонент для хайнаньских ветвей с известной этимологией в слове грудь. Это компонент к, а слово «хьянкэ», если вы в джоуском, и в хайковском это «хьянкэ». Исходя из данных, мы можем сказать, что да, связь между лэйчжоускими диалектами, связь между тюньвэньскими диалектами действительно есть, но на основе 110-словных списков нельзя сказать, что она очень ярко выражена. Конечно же, если у нас будут более расширенные списки, то наверняка связь между тюньвэньскими и лэйчжоускими диалектами будет более явной. И давайте теперь подытожим все то, что я сказала. Прежде всего, стоит сказать о том, что расхождение с общепринятой классификацией на уровне ветвей вполне могут говорить о том, что есть некоторые ошибки в представлении индексов как нации или незамеченные диалектные заимствования, которые действительно могут быть, так как на диалекты группы Минь могут влиять как диалекты группы Хака, так как и Гань, так и диалекты группы У. Что касается диалекта Шао, то он, скорее всего, является не родственным диалектом группы Минь, но очень сильно попал под влияние Минь из-за своего географического расположения. Шуньхан все-таки стоит оставить Миньской группе без каких-либо претензий. Следующий вывод – это очевидных диагностических маркеров для подветви Юси и Датхин нет. Но мы можем согласиться с мнением Холдин И о том, чтобы выделить эти два диалекта в отдельную пограничную ветвь диалектов Юси и Датхин. Пхутьянь действительно необходимо выделить в отдельную ветвь, но для того, чтобы говорить об этом диалекте более подробно, нужно расширить списки до 200 слов. И, возможно, даже добавить к нему родственный диалект, это диалект Йосин. Выделение чинглейской ветви возможно, как предлагал Холдин И, и, вероятно, связь между чинглейскими диалектами с лэйчжоуским будет более явной и яркой на 200-словном списке. Ну, и как я уже не раз говорила, стословный список не позволяет проследить тесные связи на уровне подветвей для диалектной группы Минь. Поэтому следует сделать более глубокий анализ, более обширный анализ на 200-словных списках. А еще лучше, если будут не просто 200-словные списки, а еще и количество диалектов будет расширено. Всего на данный момент выделяют 62 диалекта. Ну, я предполагаю, что их гораздо больше. Конечно, в текущей ситуации заниматься полевыми исследованиями довольно проблемно, но если мне удастся расширить хотя бы до 40-43, это будет, уже, мне кажется, уже большой-большой прогресс. На этом я заканчиваю совещание. Да, но у нас еще есть время, еще 15 минут на обсуждение, и первый вопрос от Анны Владимировны Дебо. Где брали списки? Я эти списки составляла сама по словарям и словникам. А два списка, которые были составлены Еленой Кузьминой, они выложены, собственно, на сайте Вавилонской башни. Брала для своего исследования и смотрела уже более внимательно на наличие ошибок и расхождений.
Анна Владимировна, может быть, у вас комментарии? А, ну, да, да, ну, я тут только могу согласиться с докладчиком, что, конечно, можно собрать с информантами все, что только можно собрать с информантами, вот, потому что словарям это обычно не очень надежно собирается. А, это, во-первых, и словарей без контекста. И второй у меня был вопрос, это исключали ли вы заимствования при... Да, да. Исключала заимствования, я видела заимствования из Кубриханка и из количества. И когда я сопоставляла с Хаком, у меня были некоторые материалы, я их сразу убирала, да. Я добавлю просто насчет заимствований, что вот чего мы не делали, но, может быть, в будущем имеет смысл, это вот попробовать посчитать так, чтобы из проблемных диалектов пометить в них как заимствование, ну, естественно, недоказанное, но потенциальное заимствование, вот как раз слова из неизвестных источников совершенно без этимологии. Поскольку эти слова, по-видимому, должны быть какими-то субстратными явлениями, да, ну, там этот хан, который я, да, совершенно непонятно, откуда оно берется. Вот. Китайские диалекты, кстати, в принципе, обладают вот этим мерзким свойством почему-то заимствовать совершенно непонятно откуда местоимение первого лица. Вот. Время от времени, да, встречаются чудесные китайские диалекты, где-то, не знаю, «я» будет «са», например. И что это за «са»? Откуда оно берется? Нет такого «са» нигде близко. Но вот почему-то в таком-то и таком-то каком-нибудь китайском диалекте наблюдается что-то такое. Вот. Вот их можно, в принципе, в будущем пометить гипотетически как заимствование, пересчитать и посмотреть, как у нас изменится классификационная схема тогда. Вот. Например, куда попадут те же самые Шаоу и Шаотян, если мы так сделаем. Может быть, они объединятся с кем-нибудь нормальным и перестанут идти как первый аутлайер. У нас есть вопрос от Юры Корякова. Насколько сильно вы ограничивали количество синонимов? Я старалась по максимуму оставить 2 или 3. На самом деле в минских диалектах огромное количество синонимов, и порой непонятно, чем они между собой, собственно, различаются. Иногда мне приходилось обращаться к информантам и спрашивать, насколько вот частотно употребление такого-то слова и такого-то слова. Этот вопрос достаточно сложный, потому что они могут использовать огромное количество синонимов и при этом сами не знают, а чем они, собственно, отличаются. Юра, может быть, ты голосом хочешь прокомментировать? Нет. Коллеги, еще вопросы? Ну, я могу прокомментировать про синонимы, что в частности там, разумеется, может быть проблема, когда есть литературное слово и разговорное слово как синонимы. И тогда, ну, в этом случае мы, по-моему, старались литературное слово все-таки исключать. Убирать, да, да. Только у нас была проблема со словом «что», потому что там было очень сложно разграничить. Это было заимствование или же это, собственно, минское слово, там было совершенно непонятно. А в остальных случаях мы все-таки разграничивали, это правда. Так, если у нас больше нет вопросов, спасибо большое, Марина, очень интересный доклад.